Привет, мои хорошие! Сегодня будет видео о пустых баночках. Кому такое видео интересно, кому интересно, какие продукты косметические у меня закончились, мнение об этих средствах, кто вообще просто любит косметику, я вас приглашаю к просмотру. И надеюсь, что это видео будет приятным, полезным. Давайте начинать. У меня, девчонки, будет хаотично, не по сегментам. Вот что будет попадаться, то и буду вам рассказывать. Вообще, в этом году марка Gem Solution стала для меня открытием. Однозначно, это будут фавориты года. И закончилась у меня вот такая вот ампула, она в виде саше. Честно говоря, купила ее по ошибке. Хотела на Wildberries заказать вот такие тканевые маски, они мне очень нравятся. А в наборе пришло два крема для рук, вот такие ампулы и кремики ночные для сна. Тем не менее, хоть я и ошиблась, я потом заказала себе именно тканевую маску, я хочу сказать, что продукты, косметические продукты Gem Solution, они просто действительно творят чудеса, они это работающие средства. Как вы видите, написано это, что с экстрактом розовой улитки, все в одном, вот эта вот ампула, она у нас идет вообще для сияния, такого эффекта сияния, но по ощущениям. Во-первых, у нее очень такая, ну такая, знаете, как такая водичка, немножко гелевая такая, немножко такая плотненькая, да, ну наподобие может быть сыворотки. Очень приятная текстура, которая не оставляет ощущения липкости, хорошо впитывается, имеет приятную одушку. И кожу, помимо того, что дарит сияние, она увлажняет, ухаживает, мимические морщинки разглаживаются. Просто действительно такой становится свежая личика. Мне очень нравится косметика Gem Solution. Девчонки, я постараюсь обязательно снять видео «Фавориты года». И, конечно, продукты этой марки будут обязательно. Уже долгие годы мой фаворит – это фитокосметик. Очень люблю их соль для ванны. И вот закончилась соль Карибского моря с экстрактом можжевельника, соком алоэ веры, эфирным маслом гибискуса. Эффект ароматерапии. Девчонки, уже, как получается, 2 года не была на море. Очень хочется, скучаю по морешку. Но вот, знаете, как-то прочитала такое выражение: наливаю ванну, спою соль, вот я и на море. И вот действительно, когда хочется снять напряжение, какую-то усталость, вот это вот все равно купится негатив, как бы там ты позитивно не смотрел и не искал этот позитив в жизни, все равно вот, ну, усталость накапливается. Мне лично очень помогает принятие ванны. Я для себя такое приняла, знаете, в общем, раз в неделю стараюсь принимать ванну. Обычно это экватор рабочей недели, это среда вечер. И, не знаю, это такое ощущение, вот только ты в эту ванну окунаешься, боже, как хорошо. Делаю масочки, скрабики, и действительно морская соль, она снимает напряжение, стресс, восстанавливает здоровый сон. У фитокосметики есть несколько серий, есть именно вот которые с солью. Это у нас мировые рецепты красоты. Сейчас вам хотела показать состав. Состав вот здесь обозначен. Здесь морская соль, экстракт можжевельника, сок алоэ вера и масло гибискуса. Очень приятный имеет аромат и такие красивые кристаллы. В общем, и очень, вы знаете, пока принимаешь ванну, вот аромат этот сохраняется, и это действительно усиливает эффект ароматерапии. Продлите ощущение лета, солнца и счастья. Мне действительно вот прием ванны с морской солью дарит ощущение счастья. Дочка у меня любит тоже принимать ванну. Я ей покупаю в фикс прайс вот такие шипучки для ванны. В этот раз вот она у нас вчера как раз купалась. Предложила там на выбор, у нее несколько ароматов. Она выбрала шоколад. Такой хороший, знаете, брусочек. Растворимая соль для ванны. Здесь тоже соль. Кстати, тоже состав неплохой. Идет сода пищевая, соль морская, кислота лимонная, экстракт череды. И пищевые красители, вот, которые дают, видимо, вот этот вот. Она такая. В общем, ей нравится. По-моему, рублей 17 стоит такая шипучка. Разные вкусы есть. Есть апельсиновый, есть клубничный, есть кока-кола. Продается в магазине фикс прайс. Таблетка красоты. Мгновенное омоложение. Маска для лица. Очень мне понравилось. Это вот такая вот таблеточка. Я ее храню, так просто удобнее, потому что крышка, ну, чтобы держалась. Вот так выглядит сама упаковочка. Мне хватает ее, наверное, раза,
Девчонки, 4-5 раз мне точно хватает. Просто могу, знаете, вот утром проснулась, умылась, наношу эту маску, хожу, готовлю завтрак там, либо, ну, в общем, такие вот домашние утренние дела. Классные, классные таблетки красоты. Вот именно эта таблеточка, она идет с АХА-кислотами, с гиалуроновой кислотой, с коллагеном, с витаминами, с экстрактом пионов и омега. 3,6,9 повышает упругость кожи и, ну, как пишет производитель, запускает естественное омоложение кожи. Приятная такая кремовая текстура. У меня кожа ее практически съедает, но я все равно потом ее смываю, потому что, ну, там либо уход наношу, либо, соответственно, ну, в любом случае утро-вечер это будет уход дневной или ночной. Вот что еще хотела сказать, девчонки, я для вас сейчас готовлю конкурс, просто продумываю, как это все будет выглядеть. Обязательно в ближайшее время вам расскажу. Я придумала тему этого конкурса. Мне очень хочется, ну, во-первых, моему каналу 5 лет, мне хочется вам сделать такой приятный предновогодний подарок. В моей коробочке будет обязательно таблетка красоты. Я обязательно покажу наполнение коробочки. Я думаю, что, может быть, даже завтра я постараюсь все это оформить в мысли, в видео. Так что у победителя конкурса будет тоже вот возможность. Кто еще не пробовал, я обязательно вложу несколько таблеточек красоты в эту посылочку. И единственное, что вот сейчас могу сказать, условие, это будет отправка по России. Девчонки, только Россия, да, Российская Федерация будет участвовать, потому что я просто не знаю, какие сейчас ограничения вот из-за закрытия границ. Ну, честно, не знаю, не хочу никого обидеть, просто не знаю, смогу ли я технически, да, это все реализовать, именно отправку за пределы Российской Федерации. Так что скоро-скоро я вам все озвучу. Мне очень захотелось с вами поделиться. Просто поделиться. У меня много чего вот есть от фитокосметик. Я вам покажу, что-то будет корейское. Я надеюсь, что наполнение вам понравится. И тем самым, ну, в общем, скоро-скоро все вам скажу. Так, закончилась вот такая маска с этими морскими водорослями. В принципе, эффект мне понравился. Единственное, для меня было жестковато лекало. Я, наверное, настолько уже разбалована стала масками GM Solution, что вот, а в плане эффекта мне понравилось. Действительно, такое увлажненное было лицо. Мне вообще нравится все, что связано с морскими водорослями, с морем. Я люблю такую косметику, она мне подходит. Так, бьюти-терапия, крем-гель для душа от La Petite Marseillaise, сладкий миндаль и масло карите. Крем-гель очень приятный. Так, я его где-то на каком-то сайте заказывала, не помню на каком. Знаете, вот люблю эту марку, какой-то нежной любовью, периодически так вот пополняю запасы. Мне и вот эта эмблемка нравится, маленький Марсель. Опять же, понимаете, море, море. И вот эти их сладкие ароматы. Нравится их крем для рук, вот этот вот желтенький с карите. Приятный сладкий аромат, хороший гель, кожу не сушит. В общем, с удовольствием его использовала. Так, это будет не баночка, а коробочка, потому что только начали использовать. Но хочу сказать, девчонки, это мне этот продукт приходил в сумочке Glam Bag. Соскучилась я по этому сервису и заказала, успела, в общем, заказать. И в том числе в этом составе этой сумочки был вот такой Бора Плюс. Это такой увлажняющий флюид с ветивером и маслом ши для сухой и очень сухой. Как у меня тут красиво, муж гуляет, когда собака, не берет телефон, отдыхает от гаджетов. И вот, короче, отнесла в другую комнату, пусть там жужжит. Итак, возвращаемся. В общем, это такой флюид. Он имеет такую легкую кремовую текстуру. Девочки, очень приятно, причем можно использовать и для лица, и для тела. И я наносила дочке. Ну, так вот сейчас вот прохладненько, кожа немножко сохнет. Такая гладкая кожа стала хорошая у нее. И питает, действительно, так знаете, восстанавливает естественный барьер. Очень понравилось это средство.
прям комфортная, удобная упаковочка. В общем, как в пустых баночках, потом покажу. Ну вот, в принципе, очень мне понравилось. Здесь идет увлажнение и восстановление кожи. Вообще, как-то один год я даже вам показывала крем для рук. Такой, знаете, у них жирненький бывает, у Бора Плюс. Это было спасение моих рук. У меня как раз был маленький ребенок, ну, совсем маленький она была, была маленькая. И много стирала, много мыла, и кожа рук подвергалась. Не люблю просто работать в перчатках. Мне нужно вот чувствовать, в общем, все. Знаю, что... Ну, в общем, короче, мою я без перчаток, и руки страдали. Но вот именно Бора Плюс настолько спасал мои руки, восстанавливал. В общем, вообще хорошая такая марка. Так, закончился шампунь. Это фитокосметик, серия фитнес-модель. Шампунь для волос для всех типов, комплексный уход, эффект биоламинирования. Девчонки, из раза в раз, вот он заканчивается, я повторяю эту упаковку, моим волосам подходит. Мне нравится все, вот от этого, я вообще люблю желтый цвет, он такой жизнерадостный какой-то, дарящий такой позитив. У этого шампуня, по моим таким ощущениям, аромат тропических фруктов, что-то такое сладкое, фруктовое, очень приятное. И хорошо очищает, действительно, я не скажу там прикрепление корней и стимулирования роста, что могу сказать? Дарит блеск, хороший объем, волосы свежие в течение дня, не жирнятся, сохраняет объем, использую в паре с бальзамом, но единственное, у меня всегда шампунь расходуется быстрее, а бальзамчик нет, потому что я голову мою, ну, два раза, то есть первый раз я мою, как бы смываю все загрязнения, а на второй раз я уже хорошо такой делаю массаж головы, вспениваю и на некоторое время оставляю, чтобы шампунь подействовал, поэтому у меня как бы в два раза больше. А бальзам стараюсь сейчас в последнее время, знаете, так вот прям хочу научиться более экономичнее расходовать продукты, то есть наношу немножко, наношу желательно на кончики волос, может вот так распределяю от середины, чтобы на корни не попадало, все равно, когда бальзам смываешь, да, промываешь как бы все волосы, и все равно он попадает на корни, но не утяжеляет. Поэтому расход у меня меньше. Вот этот мой один из любимейших моих вообще шампуней подходит. Так, девчонки, вот такая коробочка, это Джумису, одна из масочек. Здесь был набор из 5 масок, корейская марка. Заказывала на сайте Style Korean. Вот эта масочка для эластичности, одну уже положила в коробочку для конкурса. Соответственно, победительнице достанется, ну, не коробочка, но одна масочка. Здесь было 5. Замечательное лекало, замечательный эффект. Просто я вообще очень благодарна, что в свое время Style Korean. Не знаю уж, как они меня нашли, они такой, так скажем, популярный блогер, предложили мне сами сотрудничество, тем самым вообще вот открыли для меня хорошую корейскую косметику, и я вот, когда у них сейчас бывают скидки, стала их покупателем, вот, но... Видно, как эта косметика работает. Так что будет вот такая хорошая масочка, одна будет, одно саше, куда бы мне ее брать, коробочки для конкурса. Один из моих любимых бальзамов для губ, питательный, даже супер питательный, это Sephora, продается как раз-таки в магазине одноименном, и он идет с пчелиным воском, очень такая... Он такой белый, прозрачный, губкам дарит блеск, такое сияние, не скатывается, и хорошо губки выглядят, такие ровненькие, увлажненные. Очень приятная сладкая душка, тоже из раза в раз покупаю. Бывает там контекция, нужно до суммы добрать какой-то. Я всегда вот беру этот бальзам, уже много лет ему верна. У меня много других бальзамов, но этот в том числе является одним из моих самых любимых. Так, вот такой вот боди-лосьон, герань, лаванда, мята, дарила мне подружка, видимо, из какого-то иностранного отеля, и он у меня лежал в сумке для фитнеса, но в этом году как бы фитнес прошел мимо меня, и думаю, что, к сожалению, мимо многих вот в свете вот этих всех причин. Отличный лосьон, чем-то напоминает отдушку Clarins, я очень люблю вообще ноту герани, так вот этого эфирного масла, у меня и масла есть дома, эфирные герани, я люблю лаванду и мяту, и это сочетание было бесподобным, и... Сам крем, вот этот лосьон для тела, очень хорош. С эффектом ароматерапии, видимо, Бэмфорд называется. Я даже такой в продаже не видела. Классный такой вот лосьончик, вкусненько пах. И в этой же сумке нашла вот этот крем. Он такой уже там
остатки были. Но мне, кстати, он не понравился. Это L'Occitane, серия Aqua. Он, знаете, он настолько был... ну, мне не подошел такой липкой корочкой на моем лице. Не корочка, что я говорю. Такой пленкой плохо впитываешься, какой-то лоснящийся. То есть, вот, например, как дневной крем. Мне бы хотелось его смыть и вообще что-то другое нанести. Ну, в общем, мне было жалко. Я покупала набор миниатюрок. Там, по-моему, была умывалка, такой крем, еще что-то. Использовала после тренировок. Там принимала душ, наносила. И вот шла домой, и вот он был таким вот. Короче, на самом деле, с L'Occitane моя кожа не дружит. Единственное, очень люблю их серию Карите. Люблю их кремы. Мне очень нравится крем для рук, крем для лица. Вот эта серия Карите. И муж мой только использует гель для бритья L'Occitane. Это лучше, девчонки, у кого у мужей жесткая вот щетина. В любое время, да, ему когда надо побриться, не нужно ждать там, чтобы она... Ну, в общем, это сейчас я даже Деду Морозу... Мама моя спросила, что подарить. Вот они подарят ему такой гель. Ему, в принципе, бутылочки хватает на год. Да, он недорогой, но мы нашли там на Wildberries со скидкой. И есть еще, по-моему, в ряде сетевых магазинах косметических тоже он сейчас со скидкой. А этот крем совершенно не понравился. Единственное, вот смотрю, баночка вроде стеклянная. И вот мне вроде хочется ее сохранить. И потом, думаю, так хочется расхламления. Не знаю, пока отставлю в сторонку. Уж больно миленькая. Закончился мист или дымка с экстрактом вот этой улитки, муцина улитки. Мист для смягчения кожи. Использую его дома, а в течение дня по мере просто вот иду, напшикиваю. Так нравится, лицо сияет, кожа увлажнена. Девочки, постоянно должен быть у меня на полочке. Это Esfolio, корейская марка. Покупаю в подружке. Сейчас, если не ошибаюсь, до конца месяца... Два покупаешь, третий в подарок. В принципе, вот эти мисты можно, получается, очень выгодно купить. Я бы даже, наверное, это сделала. Очень хороший эффект. У меня просто сейчас на полочке такая же. Вот мне наконец-то удалось найти с коллагеном. Долго не было в наличии. С коллагеном у меня стоит на полочке, есть одна в запасах. Но, в принципе, так как я этим продуктом пользуюсь просто на регулярной основе, плюшки на шерсти везде. Прошу прощения, если где-то в кадре это... мелькнет. Так что очень люблю вот этот продукт от Esfolio. Дымка. Пришла с работы, умылась, наношу. Сейчас пойду делать, кстати, глиняную маску, вот эту в ведерочке от Фитокосметик. Пока буду мыть полы, у меня будет маска, сверху периодически буду носить эту дымку для того, чтобы эта глина не сохла. В общем, универсальная, люблю. Так, вот такой вот сейчас использую от Биокосметолог, тоже Фитокосметик, мгновенный эффект салонного ухода. Это лазерный пилинг обновляющий. Ну, просто вот наносишь, да, на несколько там минут, по-моему, 3-5, что ли. Так. 3, сейчас поближе, девочки. 7-10, извините, на 1-2 раза в неделю. Хорошая такая штучка. Вот это такой вот формат шприца. Новая у них косметика, новая серия. Тоже будет, девчонки, не помню что, положила вот в коробочку для конкурса. Я вам скоро все-все покажу. Будет также вот такая косметика. При регулярном использовании способствует уменьшению пигментации и выравниванию цвета лица. Бережно ухаживает за кожей, дарит коже ощущение молодости и энергии. Использую, мне нравится. И девчонки, очень понравились вот эти гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Я вам недавно во влоге показывала распаковку, сколько я закупила этих патчей. Просто смотрите, кто. В общем, я подписана на них в Инстаграм, знаю о всех их акциях. Была акция 1 плюс 1 на патче, одни покупаешь, вторые дарили, и была скидка 25% на все. Девочки, я на 1000 просто накупила там всего, это 1000 с учетом доставки. В общем, эти патчи гиалуроновые, доброе утро охлаждающие. Они устраняют отеки, тонизируют, повышают упругость. Очень комфортные. Здесь гиалуроновая кислота, гидролат зеленого чая, коллаген, гель алоэ вера. И там внутри такая вот подложечка, где лежат такие вот патчики. Да, они достаточно такие плотненькие, с очень хорошей пропиткой. Этой пропитки вот я использую их 3 раза. Вечером, утром и вечером. Кладу обратно вот в эту подложечку, в холодильник убираю и потом использую. Они достаточно плотно прилегают к коже, не скатываются. Ну, если есть там время или просто желание, там вот прилегли, читайте книгу, смотрите фильм, нанесите. Конечно, ну, лучше, наверное, будет их
в положении лежа использовать. Замечательный продукт. Вот эти «Доброе утро» отличаются еще тем, что они таким-таким мелкий-мелкий шиммер. Это я потом уже заметила. Вот именно такой эффект свечения и мягкого сияния. Это не прям там какие-то блестюшки, а такое легкое-легкое свечение, типа вот этих герлиновских метеоритов жидких. В общем, шикарная вещь. Это серия Beauty Visage. Девчонки, присмотрите. По-моему, цена на сайте была за одну упаковочку 39 рублей. Но вот, повторюсь, была такая хорошая скидка, так что у меня эти патчи много будут мелькать. Так, вот такие еще тоже мне очень понравилось. Это у нас гидрогелевые патчи с коэнзимом Q10. Витамин С, экстракт розы, коэнзим 10, также гиалуроновая кислота. Вот такие только фиолетовые, классные. Вот одна из баночек. Что это у нас было? Это у нас было какая-то... А, тоже я ее выбрасываю, ну, потому что вот девчонке вообще не понравилось. Пролежала в этой моей сумке, вот в этом наборе, сейчас вам покажу. Вот в этом. Еще что-то там было. Может, не помню что. Внешне очень классно, да, такая серия, красивый такой цвет, действительно, как вода. Но не было вот этого ощущения комфорта, когда раз кремик впитался и просто эффект увлажнения. Было какое-то ощущение липкости и тяжести, в общем, на лице. Ну, не поняла, эти продукты стоят бешеных денег, а это удовольствия не очень много было. Вот, один из фаворитов года. Девчонки, наверное, на этом я закончу, чтобы ваше долгое внимание, не время ваше не задерживать, хотя у меня еще тут огромный пакет, но мы к нему вернемся. GM Solution, такая вот трехшаговая маска. Марин, значит, сияние моря, по-моему, здесь экстракт жемчуга, увлажняющая маска. Как вы видите, она, да, на три таких саше. Один, шаг два и шаг три. Первый шаг – это у нас эссенция, наполненная морской водой. Классная такая тоже, вот, ну, вот как я вам показывала, наподобие вот этого вот. Видите, это вот любовь моя, любовь, GM Solution. Значит, наносите эту базу на очищенную кожу лица. Затем вот эта вот потрясающая маска, которая идет, она идет для такого, знаете, для энергии, для питания, сделать такое сияние. Сияние при помощи трех шагов. И третий шаг, это у нас идет такой крем морской для глаз. Но его там настолько много, и сам производитель пишет, что его можно, вот, девочки, мне его хватает раза на два, причем на лицо и на шею. Вот здесь они пишут, что крем для глаз может также быть использован по вот вокруг глаз, и не только на вокруг глаз, но и также на все лицо. Тройная гиалуроновая кислота и морская энергия для сияния комплекса. Вот присмотритесь к этой маске, она просто бесподобная. Я брала тоже упаковку, в ней 10 штук. Один раз брала на Style Korean, один раз брала на Wildberries. Нужно просто подгадывать, чтобы была у нее цена хорошая. Девочки, хорошая цена, вот, уже с учетом скидки, за 10 штук 1000 рублей. То есть одна масочка это 100 рублей, но поверьте, она того стоит. И я ее использую, вот мне кремик она низко расхватает, делаю маску вечером, обратно туда, жамкую, прям переминаю с той эссенцией, которую очень много. И утром проснулась опять на лицо. То есть я ее использую несколько раз. Это шикарная штука. И вот опять же, знаете, как подарок своим подружкам, да? К празднику там вот купили коробочку, сколько-то себе, что-то как часть подарка, шикарная, тоже такая вот частичка моря. Давайте я вам быстренько покажу, что в этой коробке, чтобы она у меня уже это, вот такую делала гидрогелевую маску с артишоками, покупала на Вайберлис, она тоже такая из двух частей, в принципе, мне понравилось, но, Меди Ансер от About Me мне понравилось больше. Как бы было любопытно, сделала, но повторять не буду. Вот этот крем очень нравится, он мне шел в подарок при заказе на Style Korean. Вот так он называется чудо, и это действительно чудо. Вот он с какими-то макуи берри, антиоксидант. Большая достаточно упаковка, тут видно нет сколько грамм, не вижу я. Ну, в общем, поверьте, она такая достаточно большая, такой комфортный крем,
Просто великолепно. Я им сейчас пользуюсь. Такую штуку мне от тела поддавала сестра Кера Шот. Активный спрей для реконструкции и витаминизации волос. Она сказала, что он был какой-то дорогой, но он ей не подошел. Я вот тоже приходила с работы и просто наносила на волосы. Так что, честно сказать, я его не поняла. Он приятно пахнет. Такая своеобразная, вкусная, профессиональная отдушка в формате спрея. Но... Короче говоря, честно говоря, я тоже его не поняла. Ну, использовала, да использовала, сколько она мне отдала. Ну, надеюсь, какая-то польза моим волосам была. Все, девчули, последнее, что вам покажу. Начинали с соли для ванны, ей же закончим. Это фитокосметик, серия «Народные рецепты», соль для ванны, балтийская янтарная, омолаживающая. Тоже как идея подарка на Новый год. Она вот в такой вот сумочке. Янтарная пудра, экстрактом лотоса, маслом магнолии. Классная. Девчули,